Очень люблю стихи Расула Гамзатова. Сейчас молодежь практически их не читает, забыла. Не так давно он ушел от нас. Но в свое время, когда я училась в 7 классе, я участвовала в конкурсе. И вот с этим стихотворением и со знакомством с Расулом Гамзатовым у меня началось именно с этого стихотворения, хотя оно читается, естественно, от мужского имени, не от женского. Но все равно было приятно мне, женщине, победить. Девушке тогда, девочке. Мальчишка горский, я несносный. Слыл неслухом в кругу семьи и отвергал с упрямством взрослым все наставления твои. Но годы шли, и к ним причастный я не робел перед судьбой, зато теперь робею часто, как маленький перед тобой. Мне трудно, мама, горько, мама, я пленник глупой суеты, и моего так в жизни мало. Внимание чувствовала ты. Кружусь на шумной карусели, куда-то мчусь, но вдруг опять сожмется сердце. Неужели я начал маму забывать? А ты с любовью, не с упреком, взглянув тревожно на меня, вздохнешь, как будто ненароком, слезинку тайно обронять.